Вот эти вот веселые кубики – это сообщество, которое появилось в году 2006 на одной из кухонь в Москве. Объединило людей из Минска, Киева, в общем, со всей России. Там даже Дима Барановский из Австралии был нашим участником. Как-то в далеком мае мы с Вадиком виделись в Киеве, где долго-долго беседовали о всяком разном будущем, что делать, куда идти и так далее. Да, я объясню, я катаюсь по субботникам в Киеве не только потому, что там интересная программа, еще потому, что мне очень нравится город, и я вообще катаюсь за субботником как какой-нибудь как фан-группа какая-то. Как некоторые индексовые докладчики катаются за ВСД, да. Тоже как фан-группа. Мы подумали, что раз мы катаемся друг за другом, наверное, надо что-то делать что-то вместе. Здравствуйте, я Чарльз, и не говорит по-русски, и не говорит по-английски. Обычно вот это что локально, а сейчас вот прозвучали вещи от людей, которые сами пишут спецификации. Интересно следить за реакцией публики. Знал, что там есть вот эти тач-ивенты, но после этого доклада вот очень четко понял, как можно его использовать. Люди из разных уровней, то есть это могут быть самые новички, это могут быть вот матерые ВТСшники, да. Они помогают с разных уровней взглянуть на разработку и так или иначе ты что-то новое всегда узнаешь. Сегодняшний день запомнился совершенно бешеной импровизацией по всем фронтам. Главное мое впечатление – это, наверное, новый градус дискуссии. Я вообще в обмороке, поэтому... Мне наиболее полезно показалось, конечно, по поводу того, как работает ВДБЦ. Приехали аж из Минска по CSS, послушать, какие новости в развитии стандартов будут. На самом деле интересно все, что связано и с JavaScript, то есть паттерны, которые сегодня рассказывал Антон. Мне больше было интересно, как он это рассказывает, потому что сама преподаю JavaScript студентам, и то есть надо было как-то вот для себя тоже структуру построить. Всегда хотелось нести что-то доброе и светлое людям, и приятно, когда сам узнаешь что-то новое, сталкиваешься с какими-то проблемами, решаешь их, потом рассказывать об этом другим, делиться и видеть их просветленные лица, понимать, что ты открыл человеку, может быть, какую-то новую дверь, и он будет развиваться, и чувствуешь свою причастность к этому. И я поняла, что веб-стандарты — это именно то сообщество, которое даст такую возможность расти самой и расти других. I feel much love from the developer community. It's really great to be able to actually show what I've been doing for the last few weeks away doing my demos. There's a lot of good developers. There's a lot of good people in Russia doing work. People came up to me and asked really, really probing questions, which I always love about the Russian audiences. There's a lot of smart questions. There's a lot of probing questions. Вроде бы получилось. Получилось, мне кажется, совершенно что-то новое. Вот, что понравилось аудитории, судя по тем откликам, которые были сегодня. Нам было бы интересно делать такие проекты в будущем. When company is expected, you're unprotected.